21 февраля отмечается Международный день родного языка, учрежденный ЮНЕСКО в 1999 году. Сегодня в мире насчитывается около 6 тысяч языков, многие из которых находятся на грани исчезновения. В честь этого в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла конференция, посвященная изучению тюркских языков. В ней участвовали аспиранты, студенты и даже школьники. Сегодня Международный день родного языка. Я думаю, особенно для нашей республики, где дружно проживают представители более 170 народностей, этот день он очень особенный. Мы ежегодно проводим массу мероприятий, масштабных мероприятий, посвященных Дню родного языка, как на татарском, русском, чувашском, марийском, удмуртском и других языках. Научно-практическая конференция проводится в Институте филологии и межкультурной коммуникации уже в 15-й раз. Она помогает привлечь молодежь к занятиям научной деятельностью. Уже со школьных лет ребята начинают проводить лингвистические исследования и продолжают ими заниматься в студенческие годы. Конференция также помогает школьникам с профориентацией, если они еще не выбрали, в каком направлении развиваться после выпуска. И в честь Дня родного языка мы ежегодно, уже 15-й раз, проводим нашу конференцию. Это международная конференция для школьников и студентов. То есть это для молодежи, для занятия молодежи именно наукой. Она посвящена проблемам и перспективам тюркского языкознания. То есть все тюркские языки, их насчитывается более 30 языков, тюркских языков. Проблема этих языков рассматривается на нашей конференции. Родной язык – одна из главных ценностей человечества. Он составляет историческую основу каждого общества. Такие конференции доказывают, что его сохранение и знание – это путь к сохранению своей национальной идентичности, к воспитанию уважения и любви к историям и обычаям многочисленных народов нашей великой страны. Родной язык неотделим от народа, поэтому с его утраты исчезают его культура, национальное самосознание и будущее. Алина Чупрова, Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов, Универ Новости.